Привет! Первое видео из формата «Учимся красиво стареть». Панчи! Антивозрастная маска, которая избавит вас от, а именно, расширенных пор, мелких морщинок, сгладит мимические морщины, уменьшит купероз, плюс банан. И я вставляю список полезных ингредиентов, плюс оливковое масло, которое для масок я храню в холодном отсеке холодильника, то есть оно всегда прохладное, и плюс немного меда. Собачка, естественно, передает вам привет. Так вот, что нужно сделать, чтобы быстренько похорошеть и помолодеть? Берете, наверное, шестую часть банана. Заливаете на глазок оливковым маслом. И, в принципе, уже на лицо, веки, шею и зону декольте эта маска работает отлично. Во-первых, она не течет. Старайтесь сделать такой ингредиент, такую консистенцию, чтобы она не текла. Вот. И можете по желанию иногда добавлять мед, иногда делать без меда. В общем, так, как вам больше нравится. Эту чашечку вы уже видели в видео коллаборации, которую мы делали с Леночкой и Марусечкой. Вот. Ну что, я думаю, в принципе, показывать и рассказывать, как это все наносить, это будет, вот честно, сущим бредом. Банан и витамины, оливковое масло и витамины, плюс мед и витамины, в том случае, если у вас не будет аллергии. Прежде чем приступить к мощному вообще нанесению этой маски, проведите небольшой тест за ушком или на сгибе локтя, если у вас в течение, не знаю, там продолжительного времени все будет в порядке. Можно чередовать просто банан и мед, можно чередовать мед и оливковое масло. То есть уже как минимум три масочки, а то и больше у вас вот просто перед глазами. А теперь ответьте на вопрос, будет ли в таком продукте консервант? Может ли он быть вреден? Сосудистые звездочки уменьшаются, сглаживаются морщинки, закрываются поры. И я не люблю маски из серии «Нанесите и полежите 20-30 минут». Мне с моим образом жизни, к сожалению, это невозможно. Спасибо, что были со мной. Делитесь моими видео со своими друзьями. Всем всего хорошего. Пока. Люблю вас, обожаю, ценю каждый ваш комментарий, девчонки. Спасибо. Пока.